Премьер-министр Франции отменил запланированную встречу с демонстрантами, которые уже третью неделю устраивают акции протеста по всей стране. Провести ее накануне поручил президент Эммануэль Макрон. Как сообщается, большинство представителей движения отказались от визита в Матиньонский дворец, испугавшись за свою безопасность. По всей стране идут задержания участников акции протеста. Активисты тем временем продолжают блокировать нефтехранилища, а также въезды в грузовые порты на Лазурном берегу и на севере Британии. Это привело к дефициту топлива на заправках. В отдельных регионах сегодняшнего дня власти ввели лимиты. Легковушкам отпускают топливо не более чем на 30 евро в сутки, а грузовикам на 200. Некоторые АЗС и вовсе прекратили работу. На этом фоне рейтинг Макрона упал до рекордного минимума – 23%. Согласно опросу, опубликованному в журнале «Paris Match», 8 из 10 французов недовольны его политикой.